Мы сегодня в Алтыслагерь на территории подразделения 75244. Чтобы не ошибиться с номерами. 25 февраля 2014 года. Зашли мы с вами, сейчас я покажу, откуда мы зашли. Вон там КПП, жилые дома. Вот здесь мы с вами зашли. Вон там виден забор. Против солнышка это не видно. Вот дорога пошла вправо, так это прямо. Там мы начали свой заход сюда, вдоль этого забора, вот здесь мы вышли. Сориентировались. Эта дорога была, конечно, здесь мощная, армированная металлом. Мы смотрим по сторонам. Мы не пойдем сейчас в Досы. Пойдем на территорию, которую летом плохо разглядеть, поскольку из-за бурной растительности ничего не видно, непонятно. А помещение, можно внутреннее помещение можно сделать любое время года, тем более они уже сделаны, фотографии, как и видео. Некоторые объекты. Спортзал рухнул, к сожалению, крыша. Вы его видели. Казарма. Были во всех помещениях с вами. Очень жаль, что мало кто интересуется, спрашивает меня. Хотя все это уже есть на фото, на видео. Летом этого, конечно, не увидать. Видите, как, какие деревья растут здесь. Здесь тепло. Сегодня обещали до 15 градусов. Но, видимо, не обманули. Так, наверное, оно и было. Сейчас местное время ближе к 4. Смотрим. Да, ровно 4 часа. Я не планировал сюда заезжать сегодня. И так уж получилось, что я на велосипеде ездил в сторону Троебрыцин, и уже на обратном пути заехал сюда, поскольку через пару недель деревья все эти и кустарники разрастутся, ничего мы здесь не увидим. Сейчас более-менее видно. Ну, то, что разруха, я даже не повторяю, что это все будет снесено, к сожалению. Почему такое положение? Спортзал. Крыша упала, к сожалению. Много чего упало, не только крыши. Нами уже сделаны видео и фото всех объектов на территории этой части. Все они фотографии в альбомах группы Алтыслагерь. Видео на моей страничке Mail.ru. Адрес вы знаете. Также на YouTube. Пожалуйста, заходите, смотрите. Даже не знаю, куда пойти. Это вот все свиньи накопали. Очень хорошо себя здесь чувствуют. Они в безопасности. Врагов у них нет.
кроме охотников. Здесь охотники не должны появляться в этих строениях. Вот этот объект, я думаю, что это такое? Кто-то комментировал из участников группы. Это связано с наглядной агитацией или трибуна. Давайте мы так и зайдем через них. И зайдем потихонечку к бассейну. Посмотрим вокруг. Это же ступеньки ведь. Ступеньки. Куда они вели? Вот он рояль в кустах. И тоже ступеньки, какой-то постамент был. Ну, впереди бассейн плавательный. Подойдем мы и к нему. Заходить в помещение мы не будем. Бывали мы там с вами. Мы не были в самом крайнем помещении, вот здесь. Видно крыльцо небольшое, вход. Зашел я сейчас туда, буквально минут 10 назад, 15 фотографий сделал. Давайте подъезд, не подъезд, вход. Посмотрим этот. Вот вход. Мы же подойдем сейчас к бассейну. Я уже повторяю неоднократно, бывали мы здесь с вами. Ну, было летом или в другое какое-то время, что мало что было видно. Уж не знаю, были такие ворота, или это уже здесь новодел какой. Бассейн. Небольшой бассейн. Отзывы хорошие об этом сооружении от участников группы. В основном от детей военнослужащих. Ну, оно и понятно. Больше было возможностей, чем у солдат срочной службы, как у военнослужащих. Это, видимо, трибуны были, скамейки. Вот для чего это? Это, видимо, душ был. Да, вон, летний душ, емкость, и соски видно были душевые. Вот тут где-то я видел стенд под афишу. Ах, вот он. Это солнышко не видно. Видимо, это, ну, может, не афиша. Вот. Посмотрим сейчас на этот бассейн. Вот он. Ветроэлектрогенераторы здесь повсюду стоят. Ну, не повсюду. Десятка-два здесь точно их. Как бы нам туда выйти с вами? Наверное, мы не проползем через колючую проволоку. Там колючая проволока. Ну, собственно, нам там уже с вами делать нечего, поскольку для нас там ничего интересного нет. Вы неправильно я сказал. Интересно все здесь. Что-то рельсовым было. Еще колючая проволока. Ряд
как сказать, даже не знаю. Вот один ряд колючей проволоки. И следующий он забыл. Куда это вело, что огораживало. Ну вот, что мы хотели, посмотрели. Сегодня 25 февраля 2014 года. Вот этот лагерь. Расположение 73-244. Расположение в Омской части. Буду рад, если это видео будет востребовано. Вот еще ветрогенератор. Ветроэнергогенератор. Также нами сделаны видеоролики в этом году уже на территории артскладов. Фото и видео. Две воинские части там размещались. Там, где еще был завод по производству боеприпасов. Почему-то я смотрю, не смотрит никто видеоматериалы, хотя хотят. Или найти сложно. Времени еще у нас довольно много. Давайте заглянем. Через этот вход зайдем. Обозначим. Обязательно скажете. Ну рядом же был, чего ж ты не зашел. Видимо, для флагов были кронштейны, крепления. Ну вот и зашли. Это клуб. Да, это клуб. Я помню, были мы здесь с вами. Только не помню, видео было, не было. Кажется, это делали мои видео. Вот амбразуры для киноаппаратов. Клуб. Сцена, конечно. Разобраны. Не будем подниматься. Это, видимо, запасные выходы были. Вот это дверь. Туда можно выйти в сторону плавательного бассейна. И это вот дверь. Мы не были в том крыле, там, видите, крыша упавшая. Ну, там нечего нам смотреть. Попасть туда можно, но ничего мы там не увидим. Клуб воинской части. А уже далее, по-моему, казарма будет. Посмотрим, есть ли проход туда. Да, есть. Вот здесь было киноаппаратное, видимо. Даже если есть видео казармы и клубы, думаю, вы, уважаемые участники группы, не огорчитесь, что я продублировал. Довольно большое помещение. Видимо, это были подсобные какие-то помещения.
Тут темно, не будем заглядывать. На окнах решетки. Двери, видимо, были на электроприводе. Может быть, оружейная комната. Хотя то, что я предполагаю, не есть истина, как вы понимаете. Здесь сразу спортзал. Причину, то, что я делаю много сейчас фото и видео, вы знаете, поскольку листвы нет, да и охрана не так себя ведет, как, например, летом. Многое открыто. Понятно, что это умывальник, туалеты. Все снято, естественно. Все подготовлено к сносу. Ну вот. Закончим. Казарме движение. Видите, как хитро сделано. Труба, обшитая досками. Получается колонна довольно неплохая. Тут еще были декоративные приспособления для цветочков, видно, цветочных горшков. Ну вот и посмотрели с вами. Получился довольно длинный видеоролик. Потихонечку выходим отсюда. Вот здесь мы и закончим наш видеоролик. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. 25 февраля 2014 года, расположение воинской части 75-244. До свидания.